Всем привет, меня зовут Ваня, я автор курса «Плюс 200% на ставках» на форуме Сливап. Давненько в ветке не было каких-то отзывов и тем более результатов ставок своих личных. Пора это дело исправить, тем более у меня появились новые очень интересные результаты, которыми сейчас с вами поделюсь. Ну и вообще расскажу о некоторых новостях в моей обучалке. Итак, начнем с того, что покажу вам свою статистику заново. Как видите, здесь довольно продолжительный период времени, шел я около нуля. Середина, вернее, вторая половина октября, где-то половина ноября, все шло около нуля. У многих каперов было не самые лучшие времена. Кто-то из чата в панике бросил ставки и сказал, что здесь денег нет и так далее. Но это их право. Я же человек уже бывалый в этом деле, на бетоне особенно. Такие периоды нам не страшны, и спады, и взлеты были. А около нуля идти, ну, конечно, не очень радостно, но главное не в минус. Так вот, я искал новых каперов, где-то на сторонних ресурсах еще нашел один очень замечательный ресурс зарубежный. И там основной упор идет на каперов, которые дают прогнозы на скачки. Собственно, последний почти месяц работаю исключительно по скачкам. Сейчас покажу вам свои результаты и расскажу о своем предложении, от которого вы не сможете отказаться, как говорится. Да? Итак, посмотрите, вот резкий скачок. До этого шло небольшой минус. Давайте посмотрим статистику по скачкам за последний месяц. Покажу какие-то результаты на статистике на бетоне и непосредственно в живых ставках увидите, что получилось у меня. Итак, смотрите, вот ноябрь у меня вышел в небольшой минус, там как раз я экспериментировал с новыми каперами. Зато декабрь, сейчас 12 декабря, уже 163%. В реальности все еще гораздо круче, это вам покажу я. Итак, смотрите, я забивал сюда скачки, здесь на данный момент 177%. Сейчас я кликну, выдаст окно с отдельной статистикой по скачкам. Прошу прощения за тормоза, компьютер у меня что-то подвисает, жду новый. Тут сразу скажу, что иногда при вводе прогнозов, тут на бетоне вручную я вводил скачки, потому что иначе никак не сделать, мне где-то штук 20-30 прогнозов я просто не указал вид спорта, и у меня указано как другое, поэтому сейчас покажу вам более подробную статистику общую. Ну вот, собственно, смотрите, начал я где-то с 16 ноября, вот так все шло пока около нуля, но общий рост был. И вот буквально недавно тут вот такие вот скачки. Смотрите, показатели просто бешеные. И нет никаких оснований полагать, что эти показатели ухудшатся или вообще пойдут на просадку, потому что у выбранных мной каперов достаточно длительная положительная история. Так, давайте я вам покажу детально прогнозы, которые были с коэффициентами, с результатами и так далее, чтобы у вас сразу слюна потекла, потому что там очень все интересно. Итак, для этого я включаю поиск прогнозов на бетоне, чтобы отсортировать подробно. Указываю дату начала, сейчас у меня подгрузит все, подтормаживает интернет. Укажем дату начала, по-моему, с 13 я начал забивать, с 13 ноября 2018, и укажем виды спорта. Иногда по ошибке я забывал указать скачки, поэтому по умолчанию бетон ставил другое что-то, обозначается это здесь по-английски вот так, и, собственно, сами скачки, horse racing. Все, нажимаем найти прогнозы, сейчас он выдаст все прогнозы, которые были забиты мной в мою рассылку. Итак, смотрите, общая прибыль 184%, ройка сумасшедшие 50%, это действительно просто колоссальный результат. И вот, собственно, все прогнозы. Смотрим сразу на коэффициент. Сразу скажу, что в скачках проходимость достаточно низкая, это процентов 30 в среднем. Надо быть готовым к тому, что будет серия минусов по 6, по 7 может быть. Но это все с лихвой окупается коэффициентами, которые заходят очень часто. Смотрите, 4.70 вчера, 14.50 плюс 5.80, 2.12, 3.50. Дальше серия минусов. 3.95, 2.10, 2.04, 7.80, 2.58, 6.60, 11 коэффициент, 19 коэффициент зашел недавно, 6.20, 3.15, 2.80. Ну и дальше можете смотреть сами, какие коэффициенты. 7.25.
4,70, 3,45. Это все на скачках. Такие коэффициенты там это абсолютная норма. 12 коэффициент зашел, 10. Вот вся история. Здесь почти 200 ставок сделано уже. Сейчас я все эти ставки в реальности покажу вам, что я действительно их ставил, не просто так забивал. 7,40, 3,80. Серии минусов есть, конечно, да, они бывают затяжными, но плюсы потом все прямо купают на мгновение. Поэтому здесь нужно быть готовым к этому. 7,20, КФ, 3. Тут нет КФов ниже 2, даже 3 обычных. Да? 5,80, 3,80, 3,20. Кому надо, останавливайте, смотрите. Я промотаю просто медленно до самого конца. 7,0 КФ. Вот. 16 ноября, значит. Как видите, результаты просто офигенные. Давайте покажу вам сразу же все это в реале. Скажу сразу, что я ставлю на бирже спортивных прогнозов Betfair, потому как там есть скачки, полная линия хорошая. И там коэффициенты зачастую гораздо выше, чем дает кат. Иногда бывают и ниже, но, как правило, коэффициент очень сладкий, иногда бывает разница поразительная. Вчера буквально давал вот этот прогноз на 14.50, капер давал коэффициент 11, на бирже 14.50. Поэтому использую я эту биржу. Сейчас у меня, видите, на балансе $505. Вчера я вывел $300. Сейчас я вам покажу, что вывод есть. Так, мой счет. Выписка по счету. Скажу сразу, что депозит начальный был на Betfair у меня $150, и они в конечном итоге превратились в $800. Сейчас все это покажу, расскажу. То есть рост составил космические проценты, даже считать не буду. Вот вывод обработан, сегодня утром у меня они пришли, вот 300 остаток, 505. Теперь покажу вам непосредственно прибыли и убытки. Чтобы все было честно и наглядно, как говорится. Выставляем период за последний месяц и показываем. Итак, смотрим, здесь вот снизу указаны все виды спорта и прибыль по ним или убытки за этот период. Баскетбол я немножко стоял, $13 в плюсе, гандбол минус. Скачки, вот они, $667.94 прибыли. Ну и футбол немножко минус $20. Итого общая прибыль $657. Давайте нажмем на скачки. Он выдаст все ставки, которые я делал. Вот они, можете посмотреть. Все тут есть. Могу сделать сейчас вам более близкий разбор ставок. Сейчас включу. Ну вот видите, тут их много. Ставок сделано почти 200 уже. Ставки на бирже. Вот сейчас включу, посмотрите. Вчерашние буквально, которые зашли. Включаем оформленные ставки, которые рассчитаны. То есть. Так, что-то у нас тут, вот они, подгрузились, да. Вот вчерашние ставки, зеленым, соответственно, подмечены плюсовые. Вот 4,70 плюс, 14,50, вот он плюс. Ставка у меня изначально была $4 минимальная на бирже, сейчас я уже ставлю по 12. Вот 5,80, 4,70. Соответственно, все ставки здесь есть. То есть я реально ставил это, реальный плюс есть, отличный и прекрасно все. Видите, зеленых хватает. Итак, общую работу я веду по трем каперам, они, естественно, платные. Общая стоимость месячная их составляет более $100, это примерно 10 тысяч рублей получается в месяц за них. Все эти каперы, естественно, доступны для участников чата нашего закрытого. Более того, я предлагаю, так как у меня эти каперы уже оплачены, я предлагаю всем желающим получать от них прогнозы за гораздо более низкую цену, да, зафиксированную я сделаю, скорее всего, там долларов, может, 20-30. То есть заплатите мне, получаете прогнозы за гораздо более низкий ценник. Но это все для участников чата.
Поэтому, если вам это интересно, помимо того, что брать прогнозы уже на бетоне с проверенных каперов, с бесплатных и получить саму методику, заходите к нам в чат, я делаю скидку в честь наступающего Нового года. Условия скидки будут под этим видео. Читайте, оплачивайте, заходите. Тем более, что, скорее всего, в ближайший, может быть, месяц-полтора я сильно ограничу доступ в чат, либо вообще прекращу набор, потому как у меня есть кое-какие мысли по поводу биржи BTFR, и, возможно, я скоро достаточно уйду полностью на эту биржу и буду работать только так. Так что поторопитесь, стучитесь, скидку сделаю хорошую, достаточно. Заходите, накидывайтесь на этих каперов, на скачки здесь все действительно очень хорошо идет. Даже если учесть то, что ну, действительно 3 дня подряд идут просто бешеные коэффициенты заходят, но даже без этих бешеных коэффициентов все прекрасно. Пишите в личку, задавайте вопросы. Все обсудим, все подскажу. Вроде рассказал все нововведения, которые были, похвастался результатами, показал свои доходы, которые были за последний месяц. Все хорошо, желаю вам того же. Жду на связи.